Этот учебный центр в голландском Терньозене действует в рамках проекта BioBase Europe. Здесь основное внимание уделяется подготовке молодежи в русле биоэкономики. Молодые специалисты узнают, как обслуживать новый тип производства. Директор центра рассказал нам о задачах школы. Наше сотрудничество с пилотной платформой BioBase Europe началось в 2008 году, когда наш трансграничный проект только обретал форму. Было решено стимулировать биоэкономику в районе канала, соединяющего Гент в Бельгии с портом Терньозен. Мы приглашаем в центр студентов, школьников. У нас разработана программа с семинарами и презентациями на тему биоэкономики. К сегодняшнему дню мы включили этот раздел в более широкую концепцию круговой или циркулярной экономики. У нас преподают операторы местных биопроизводств, специалисты технических профессий, которые ранее и сами учились у нас, получили дипломы. Всего местная промышленность поставляет нам около 7 тысяч стажеров в год.